Выйти сухими из воды и выбраться из любой замысловатой ловушки проще простого. Героям нашего нового челленджа все по плечу. Впрочем, сейчас ты сам это увидишь. Какие тугие цепи. Я не могу пошевелиться. Полли хочет нам что-то сказать. Джейн права, у вас есть ключи, просто нужно их получить. Кто первый снимет с себя цепи, получит эту приставку. Думаю, за такой приз стоит побороться. Вперед! Я точно буду первым, вот увидите. Ради приставки я готов на все. О нет, Барби меня толкнула. Ну вот, Энди, я тоже упала. Но это даже романтично. Глупышка, думала, я хочу ее поцеловать. Что ты делаешь? Я стащил у тебя невидимку, чтобы открыть замок. Хитрый ход, давай начнем с моего. Класс, у меня получилось. И я теперь свободна. Спасибо, Энди. Помоги мне, Джейн. Может быть, просто полежим и поболтаем? Зачем нам торопиться? Ну ладно, так и быть, открою замок. Супер, мы отлично справились. Мы команда. Теперь вперед за приставкой. Не хочу вас расстраивать, ребята, но вообще-то я уже тут. Мне осталось только открыть замок. О нет, ключ сломался. Вот проклятие. Барби проиграла. Скорее жми на кнопку, мы первые. Как быстро, вы меня приятно удивили. Даже не верится, что вы справились. Как вам удалось? Мы просто работали в команде. Что ж, тогда продолжайте. Давайте я принесу монитор. Какой большой, круто! Энди, включай приставку. Как же я рада, что мы победили! Ну вот, мы опять связаны. Терпеть не могу эти ощущения. Не переживайте, надеюсь, вы быстро с этим справитесь. Ого, отвертка! Именно, а это ваш новый приз. Набор лизунов! Придется постараться, чтобы его получить. Энди, как всегда, хочет быть первым. В этот раз ему не удастся выиграть. Как здорово придумано! Я тоже разорву ленту зубами. О нет, Энди совсем близко к цели. Пока вы сидите на месте, я добрался до отвертки. Это мое спасение. Ну вот, она уже у меня в руках. Отлично! Осталось только разорвать ленту. Почему ничего не выходит? А, понял, нужно использовать другой конец. Энди, какой же ты неуклюжий. Хотя это мне на руку. Пока Джейн копается с лентой, я использую отвертку. Кажется, у меня что-то получается. Есть, я освободила руки. А я добралась до отвертки. Сейчас я порву свою ленту в два счета. Класс, у меня получилось. Я тоже почти свободна. Осталось еще немного. Можешь даже не пытаться, Джейн. Я все равно буду первой. Отвертка очень острая. Я отлично справлюсь. Ну вот, Барби у меня уже на хвосте. Нужно срочно что-то делать. Слишком поздно, Энди. Я почти свободна. Осталось снять ленту с ног и все. Вы зря списываете меня со счетов. Вообще-то я тоже в игре. Между прочим, у меня лучшие результаты. Не торопись с выводами, Джейн. Мы идем нога в ногу. Супер, я закончила. Нужно скорее бежать. Стойте! О нет, я падаю. И я тоже, помогите! Вам не стоило так торопиться. Я предупреждал. Я все равно победила. Только не это, я хотел забрать себе эти лизуны. И я тоже, так обидно, ведь мы шли на равных. Я верю, что все еще можно исправить. А вот и нет, я не собираюсь с вами делиться. Посмотрите, как это тянется. Фу, выглядит немного противно, похоже на сопли. Ты что, Барби, это очень круто. Я обожаю такие штуки, они расслабляют. Согласен. Убери руки, Энди. Я кое-что придумала. Подержи немного. Сейчас мы сделаем с тобой один большой слайм. Возьмем фиолетовый цвет, зеленый и желтый. И как следует перемешаем. Получится круто, вот увидишь. Мне уже нравится. Здорово придумано. Ты молодец, Джейн. Okay. Вот и все, у меня получилось. Дай мне скорее потрогать. Это очень круто. Вообще-то это наш общий слайм, отдай сюда.
Что ты наделала, Джейн? Мы его уронили! Это еще что такое? Какое точное попадание! Эта штука прилипла к моим волосам! Сейчас же снимите ее! О нет, я стала лысой, какой кошмар! Нужно срочно чем-нибудь прикрыться! Как неудобно вышло, но очень смешно! Ну вот, только смирительных рубашек нам не хватало! Снимите их с нас! Меня это нервирует! Надеюсь, что скоро вы сами сможете их снять! Что, это металлическая линейка? Неплохая вещь! Я тоже так думаю. А теперь посмотрим на приз. Это шоколадный фонтан. Как же приятно он пахнет. Класс! Не могу удержаться от того, чтобы попробовать. Обожаю шоколад. Я уже готова оказаться на вашем месте, чтобы заполучить его целиком. Увы, как-нибудь в другой раз. А сейчас удачи! Я едва не захлебнулся слюной! Этот фонтан должен быть моим! Я уже совсем близко к нему! Не радуйся раньше времени, Энди! Я не отдам его никому! Вы опять про меня забыли? Вообще-то ради фонтана я тоже готова на многое! Извини, Барби! Джейн подставила мне подножку! Я еле встала! Я не знаю, что делать, Барби! Руки опускаются! Хотя нет, стой! У меня есть идея! Зачем нам руки, если есть ноги? Я попробую развязать рубашку с их помощью. Получилось! Барби, я свободен! Могли мне помочь? Извини, совсем нет времени. Ну ничего, у меня достаточно гибкости, чтобы справиться самостоятельно. Есть, рубашка развязана, я могу бежать. Ну держитесь, все, Барби идет. О, линейка, я совсем про нее забыла. Она должна мне помочь. Попробую ее взять. Ну давай же, давай. Почему никак не получается? Попробую еще раз. Нельзя сдаваться. Ага, линейка попала прямо в узел, отлично. Энди, зачем ты меня оттолкнул? У меня почти получилось. Слишком поздно, я нажал на кнопку. Но почему ничего не происходит? Я же победил. Наверное, дурацкая кнопка сломалась. Отойди, давай я нажму. Смотри, все работает! Я победила! Но ведь это нечестно! Я был первым! Не нужно было меня толкать, это наказание! Ну вот, наконец-то я развязала рубашку! Жаль, что самое последнее! Энди, нужно было сначала снять рубашку, а потом нажимать на кнопку! Эй, ребята, куда это вы собрались? Смотрите, что у меня есть! Разбирайте! Большое спасибо, Барби, ты настоящий друг! Пустяки, угощайтесь. Думаю, вам понравится. Это было очень вкусно. Awesome! Если очень захотеть, то можно найти выход из любой ситуации. Главное всегда верить в себя. Пока-пока!